Итог очередного заседания. По делу о трагическом пожаре в колледже на Троицкой повторное назначение меры пресечения. Теперь все обвиняемые находятся под личным обязательством. Еще полгода назад у всех четверых подозреваемых никакой меры не было вовсе. Личное обязательство – самое мягкое ограничение. Тем не менее, защита обвиняемых была против, подчеркивая, что риск скрыться или не содействовать судебному процессу для фигурантов не доказан. Тем не менее, суд счел должным назначить именно такое ограничение. Напомню, что по делу о пожаре 4 декабря 2019 года на скамье подсудимых оказались директор колледжа Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Хомич, заведующая отделением экономики и предпринимательства Ирина Таранова и замдиректора по административно-хозяйственной части Андрей Хаецкий. Все они обвиняются в халатности, которая привела к гибели 16 людей и травмированию еще 31 человека.